Итак, эта рекомендация пришла через донаты. Название видео... Димаш? Я не хочу исковеркать его фамилию. И он исполнит знаменитую песню «SOS» на Славянском базаре. Если вы тут впервые, то подписываемся и лайкаем. Чем больше лайков, тем мне понятнее, какой контент для вас делать. Договорились? Давайте сразу же начнем, без лишней суеты. Обладатель гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2015» Димаш Кудайберген, Казахстан. Ладно, ладно, ладно. Казах. Мне нравится, как он начал песню. Очень мягко и нежно. Очевидно, у него очень такой чистый голос. И по аранжировке этой композиции можно предположить, что он быстро раскроется, если судить по аранжировке. Поехали! Он словно прыгает с одного на другое. Мда. Диапазон у него, конечно, будь здоров. Мне кажется, он поет как баритон. Или точнее, как тенор буф. И затем он поет как тенор альтина. Вполне оправданно могу сказать, что он не один из нас. Продолжим. Он не такой, как все. Определенно тенор альтина. Он поет оперным голосом. Ё-моё! Вот это вибрато! Да он же гений! Я благодарен человеку, который познакомил меня с музыкой этого парнишки. Всё, теперь я конкретно потеряюсь на месяц. Как минимум, и буду смотреть только на него. Еще раз спасибо за это. Это гений. Гений. Напишите в комментариях, что еще я должен послушать из его песен. Я просто обязан быть вовлеченным во все, что делает этот человек. Голос у него завораживающий, головокружительный. Как я понял, его фишка — это верхний регистр. Это просто чистейший психоз, чистейшее безумие.
он, можно сказать, скачет по этим сумасшедшим октавам. Как он достиг такого уровня? У него голосовые связки от Бога, такая мощь в легких, да и в целом у него мощный голос и такая уверенность на сцене. А как он работает с микрофоном? Просто сказка. Боже мой, ну вы поняли. Такое ощущение, что на сцене куча других людей, которые поют одновременно с ним. Говорю как есть, братцы. Он просто рвет в клочья любую классификацию певцов, которая есть на нашей планете. Лучший вокалист в мире на сегодняшний день. О да, без вопросов, без базара. В нем приблизительно 13 разных голосов, как минимум. Давай, братан, делай красиво. Братка, я не знаю, о чем эта песня. Я никогда ее не слышал. Но сейчас я хочу послушать ее. Тут написано, что это знаменитая песня. И, вероятно, кто-то другой поет ее в оригинале. Напишите мне, пожалуйста, кто поет эту песню в оригинале. И если она в оригинале звучит так же, да там, наверное, ее поет целая арава. Имею в виду, поют большим хором. Я только так могу представить себе, как поют эту песню. Ну или можно было попросить инопланетянина это спеть. Он не один из нас. Он точно не такой. С какой он планеты? Да вообще без понятия. Вот это талант. Это просто дикий уровень таланта. Он смешивает оперу с поп-стилем, даже с таким типа народным звучанием. И получается такая песня. Это же просто с ума свихнуться. Мы слышим, как он поет, слышим сплетение этих различных голосов. Респект и уважуха тебе, братан. Где вы такое видели? Где вы такое видали? Димаш Кудайберген, Казахстан! Что это было? И море поклонников блестящего артиста на Славянском базаре. Браво!
Они сказали «браво». По-любому «браво». Я бы сказал «брависсимо». Удивительно, удивительно, удивительно. Спасибо! Спасибо. Это по-русски. Вроде бы значит «спасибо». Похоже, сегодня Басков без цветов. Димаш Кудайберген! Безумно! Спасибо большое! Разрешите сказать пару слов от всей души. Эй, народ, дайте ему больше цветов. А ну-ка, быстро! Просто закидайте его цветочками, чтобы он не смог обхватить все цветы своими руками. После такого выступления весь цветочный магазин. Хочу поблагодарить вас, дорогие зрители, за то, что когда я участвовал на Славянском базаре в качестве участника, помогли мне с моей карьеры. И Славянский базар для молодых артистов очень многое значит, действительно. Я от всей души хочу выразить вам огромную благодарность. Приезжайте в Казахстан! Он представляет свою страну. Спасибо большое, Рахмет! Это было классно. Он тут ударил по моему слабому месту, по родине. Если он пел эту песню во имя любви к своей родине, то я буду уважать его вдвойне. Нет ничего прекраснее, чем любовь к родине. Любить тот край, откуда ты родом. Неважно, где это. Это твоя родина. Ты тот, кто ты есть, из-за того, откуда ты пришел. Мне это нравится. Я люблю патриотов. И я люблю этого паренька. Напишите мне в комментариях, что мне посмотреть дальше. Я постараюсь сделать это как можно скорее. Все, кто это смотрит, пусть у вас сегодня будет просто удивительный день. Не пойму, почему я такой счастливый. Кажется, он только что изменил мою жизнь. Всем хорошего дня!